сможет ли оппозиция кого-то выдвинуть, учитывая вот эти сложности? Хотелось бы, чтобы вышел человек, который просто поставил, использовал эту кампанию для того, чтобы подготовиться к следующей кампании. Потому что следующая кампания будет наиболее важная для гражданского общества. Это парламент. Уже есть некоторые изменения, которые позволяют в одномандатных округах избраться тем, кто будет представлять народ. То есть это неангажированные властью люди. И они могут изменить очень много, находясь в парламенте. Они могут создать партии политические, находясь в парламенте. Никто им не откажет в регистрации. Вот в данный момент я бы ему предлагал зарегистрировать те партии, которые уже подали заявление, и чтобы они пошли на парламентские выборы. Они и пойдут на выборы, чтобы совместно с Токаевым изменить страну и построить новый Казахстан. Он даже зарегистрирует новые партии, скажет: ребят, я же вас пропускаю в парламент, чего вы ко мне прицепились? Он покается за Хантар, он не захочет бегать по другим странам завтра, да, и чтобы за ним его преследовали или что-то еще. То есть я думаю, человек разумный, рациональный. Я очень надеюсь, Вадим, на это, очень на это надеюсь, что следующие шаги его после этих выборов будут более продуманные, более человеческие, и он будет работать на историю. То есть я думаю, человек разумный, рациональный. Я очень надеюсь, Вадим, на это, очень на это надеюсь. Хочется верить, что с Токаевым это не повторится, он совершенно другой человек. Я думаю, я верю в это. Будет все, как написано в Конституции. Никакого переделывания законов и тем более Конституции не будет. Президент мандатын узақтығы 7 жылдық бір мерзіммен шектеуді ұсынамын. Президентті бір мерзімге ғана сайлау нормасын сайлаудан кейін парламенттің қарауына ұсынамын. Теперь возьмем Акижана Кожегельдина. Ну, Акижана Кожегельдина мы прямо рубиться начали дожди, потому что он стал врать. Но этот человек, он умный, подготовленный. Я вам просто говорю реальность, да? Я не настроен негативно, так чтобы отрицать. Он умный, он все знает. Он не живет в Казахстане, он все понимает. Если не знает, то понимает. И он умеет легко делать любые выводы, так же, как и я. И этот человек, он врет. Он говорит: Токаев, он дипломат, я верю, надо ему дать время. Хочется верить, что с Токаевым это не повторится, он совершенно другой человек. Я думаю, я верю в это.